Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 26. Задание внизу страницы. Вычисли 7200 нужно разделить на 90. 90 представим в виде произведения двух множителей 9 и 100. И 7200 сначала разделим на 10. Получится 720. Теперь 720 разделим на 9. 72 десятка разделим на 9. Получится 8 десятков или 80. 9600 разделим на 300. 300 это 3 умноженное на 100. Сначала 9600 разделим на 100. Получится 96. 96 разделим на 3. 90 на 3 – 30. И 6 на 3 – 2. 32. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.